Суд в Праге разрешил экстрадицию российского хакера Евгения Никулина. Причем отправить его могут или в США, или в Россию. Окончательное решение примет министр юстиции Чехии. Запрос поступил от Вашингтона, но Москва также требует экстрадиции Никулина. Его подозревают во взломах серверов соцсетей и файлообменников. Сам он вину отрицает. Ранее чешские СМИ сообщали, что Никулина допрашивали сотрудники ФБР. Россиянин утверждает, что ему предлагали признаться во взломах почты Хиллари Клинтон. В России Никулина подозревают в интернет-краже, которую он совершил в 2009 году.